Сегодня у нас есть уникальная возможность заглянуть за ширму пасхального производства. Здесь, в пекарню Кремля, изготавливают кексы и куличи. Их начали готовить за несколько недель до Пасхи. Благодаря рецептуре они могут храниться до месяца. При этом, настоявшись, они становятся еще вкуснее. Это дрожжевое тесто, сдобное, очень вкусное, со всеми специями, которые нужны там. Традиционно кулич готовится на дрожжевой опаре. Учитываются и нюансы. Если тесто будет слишком тяжелым или плотным, то кулич будет крошиться. К изюму тоже свои требования. Лучше использовать светлый и тщательно подсушенный. Среди специй, например, кардамон. И немного секрета. Секретные ингредиенты есть. Это то, что вкладываешь душу и вроде как с любовью, с настроением, с молитвой, со всем. Вот и есть самый секрет. Все. Процесс выпечки что у кексов, что у куличей долгий. Тем более в этом году пекарня сделала больше, чем в прошлом. Спрос на них большой, но большой объем опять мы взять не сможем, потому что у нас 90% выпечки куличей – это ручной труд. Нам помогает только при выпечке, это, конечно, тестомест и сама печь. Остальное – наши пекари, их всего 4 человека, трудятся вручную, и в этом году мы выпекаем всего 5000 изделий. Раньше вся готовка ложилась на плечи хозяек. Куличи не просто трапеза. Это блюдо имеет особое значение. Пасхальный кулич символизирует Христа. Как мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна, Господь сказал: «Я есть хлеб жизни». Именно воспоминая этот хлеб жизни, мы с вами приходим и освящаем кулич, хлеб пасхальной трапезы. И неважно, где приготовлен кулич или пасхальный кекс – в пекарне или дома. Главное, чтобы блюдо было сделано с любовью и съедено в кругу родных и близких. Валерий Седов, телекомпания «Город».